Доброго времени суток, с вами Рус, Санкт-Петербург, перед нами электромобиль XPeng P7. Уже наша любимая марка XPeng. Сегодня мы хотим показать наше новое решение, это установка абсолютно любых приложений. Соответственно, с завода никаких приложений поставить нельзя, а список ограничен вот этим. Соответственно, никакого мультимедийного функционала абсолютно нет. Сейчас вы уже можете наблюдать здесь Алису, 2GIS, Яндекс Музыку, радио, Puzzle и даже Pornhub, если вам скучно во время зарядки вашего электромобиля. Все работает у нас штатно, без каких-либо проблем. Сама система XPeng довольно-таки мощная, все работает без лагов, без каких-либо проблем, не виснет, не лагает, все прекрасно. Соответственно, электромобиль этот китайский. Мы уже предлагаем услугу по переводу на английский. Здесь суть в том, что версия прошивки одна из самых первых. То есть, соответственно, клиент не обновлял. Вот. В следующий раз мы уже сделаем перевод. У него сейчас уже не было времени на подключение аккаунта, ожидание обновления и так далее. Вот. В следующий раз все будет сделано. Выполняется и перевод, и установка приложений удаленно. Никаких специальных знаний не надо, все крайне быстро, просто. Мы окажем полную техническую поддержку. И, соответственно, если вы владеете электромобилями XPeng и хотите сделать то же самое с вашей развлекательной системой, обращайтесь к нам. Наши контакты вы всегда можете найти в описании. Всего доброго!